Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Садовая терапия». И с вами я, Ирина. Сегодня 12 апреля 2020 года. Воскресенье. Вербное воскресенье. Поздравляю вас с вербным воскресеньем. Сегодня я занималась посадками. Я посадила розы, которые вчера получила из гипермаркета садовых растений Гаршенко. Это было 6 разных сортов роз. Я о них вам рассказывала и показывала. Показывала, в каком состоянии корневая система, какие розочки. Состояние отличное. Меня очень обрадовала и порадовала эта посылочка. И вот сегодня я занялась посадкой этих роз. Все розочки уже высадила в готовые ямки. Все, чем нужно, я заполняю посадочные ямы. Вот недавно я сажала Queen of Sweden, у меня там 2 растут. И в этот раз я посадила розочки Карманьоль, Концерта 94, Букет Парфе, 4 ветра розочка, розочка Мари Кюри и Транквилити, роза Дэвида Остина. Ну и, конечно, прошлась по садику, зацветают другие сорта тюльпанов. Разные тюльпаны, вот, например, голландский сорт, высокие такие оранжевые красивые тюльпаны. Я люблю эти тюльпаны, им уже много-много лет в моем саду. Розы я сажаю в хорошо увлажненные ямы. Я заливаю ямы водой, как минимум 10 литров. Ставлю розу, засыпаю землей. У меня такая, знаете, как называется, мокрая посадка. Я люблю такую посадку. Вот таким вот образом сегодня я посадила свои розочки. Ну и в саду продолжают цвести нарциссы, тюльпаны. Дальше я вам покажу, какие красивые новые сорта тюльпанов у меня распустились. С розочками разобралась и вышла понаслаждаться вот такой красотой. Такие тюльпаны в моем саду зацвели. Очень яркий цвет, такие они жизнерадостные. Полюбовалась на них, порадовалась. Очень красивый сорт. Это новый сорт. Я высадила эти тюльпаны осенью. И вот уже сейчас, весной 2020-го, как они меня радуют. Они высажены между розочками. Здесь вот рядом розочка Ханзенштадт-Росток. 2 розы Ханзенштадт-Росток. Вот такие у меня сегодня садовые хлопоты, садовые радости. У нас сегодня ветрено. Погода теплая, но ветер. И вот еще посмотрите, какие красивые, очень нежный цвет. Здесь они сочетаются с клематисами, которые там рядом, тоже пошли уже в рост. Ну, конечно, все это цветет в разное время года. Понятно, что тюльпаны весенние, клематисы уже летом пойдут. Да, и вот я по сетке растянула розу The Albrighton Rambler. Так вот буду ее подвязывать к сетке. Там к цветению готовится еще другой сорт тюльпанов. Позже, когда расцветут, я покажу. Это задний дворик. Мы его еще не до конца обустроили. Когда он полностью будет обустроен, я обязательно поделюсь с вами. Сделаю небольшой видеообзор и покажу. Там будет красивая качеля садовая, столик будет с креслами и небольшая детская площадка. По всему саду цветут разные сорта тюльпанов. Вот такие вот, такие нежно-розовые с белым отливом, да, не со светлым отливом.
очень красивые. Ну и продолжают цвести вот такие зажигалочки, я их уже снимала, показывала. Желтые с красной полосочкой тюльпанчики. Такие яркие, они миниатюрные, маленькие. У них ножка невысокая. Но даже, вы знаете, камера почему-то не передает, насколько они яркого такого сочного цвета. Очень красивые. Вчера вечером я подсыпала под клематисы и некоторые розы древесной золы, потом пролила хорошо. А вот такие еще, смотрите, они тоже красные, но на краях у них бахрома такая интересная, по краю лепесточков. Новые нарциссы зацвели. Саду красота. Вот такие тюльпаны тоже вот-вот зацветут. Обязательно покажу вам. И вот такие двухцветные тюльпанчики. Они уже полностью раскрываются. Это тоже старый сорт. Они у меня уже давно. Зацвела ирга. Такое небольшое деревце у меня ирги. Очень хорошо, обильно цветет. Еще одна вишенка зацвела. У меня три вишни в саду. Продолжает цвести луизиания. Но я ее вчера показывала, она немножко подмерзла. Были возвратные заморозки. Ну и вот так я занималась сегодня посадкой роз. Розы все высадила. На следующей неделе жду следующие посылочки. Жду другие посылочки. Уже из подворья две посылки ко мне придут. И еще одна посылка из Гаршинки, тоже с розами. Из подворья придут две посылки. Одна в начале недели, другая в конце следующей недели. И я обязательно сниму видеообзор. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.